Конечно, это юмор, но где-то в глубине души я в свое время думала так же. Мне 27 лет, и сейчас, когда я смотрю на 20-летних девочек, которые мечтают выйти замуж, войти в эту семейную жизнь, боже, меня никто замуж не берет, что же мне теперь делать в этой жизни? Мне хочется сказать: кайфуй, девочка, кайфуй! Я не могу найти отсюда выход! Где выход? К сожалению, иногда женщины только в браке понимают, что брак и семья – это не их. Наверное, к этому нельзя подготовиться. Тут, знаете, я выбираю двоякую позицию, я не могу прямо определиться на все 100. Потому что, с одной стороны, я прекрасно понимаю тех женщин, да, которые поняли, что, господи, какое дерьмо я вляпалась. А с другой стороны, я прекрасно понимаю, что у вас же была возможность пожить вместе, да, никто сразу вас под венец не тащил. Это был твой осознанный выбор, что ты тогда ноешь?